Управляющая компания не считает себя причастной к тому, что в ее доме на ребенка обрушился потолок. Фирма не собирается приостанавливать свою деятельность из-за происшествия. Напомним, утром 3 декабря в многоэтажном доме в Бийске на 2-летнего мальчика упал навесной потолок. Его вес не выдержали перекрытия крыши. Здание давно признано аварийным, а люди уже как минимум 3 года ждут капитального ремонта. Известно, что учредителями управляющей компании являются супруги Елена и Евгений Речковы. Она депутат Бийской гордумы, а он директор фирмы. Жители несколько раз обращались в городское управление ЖКХ с просьбой отремонтировать кровлю. Затем, уже по решению суда, городская администрация должна была провести работы до 1 ноября этого года. Но этого сделано не было. Происшествием занялись краевые следователи.